Друзья, большой всем ювелирный привет. В предыдущем предновогоднем выпуске, где мы занимались отрисовкой вот этого украшения, это колечко, решенное в таком неоклассическом стиле, с центральным изумрудом в огранке Ашер, инкрустированное бриллиантами и дополненное декоративными бантами. В общем-то, что и придает изделию отголосок классики, скажем так, тех времен. Но все равно это изделие будет решено достаточно современно, модно и вполне актуально в наши дни. Так вот, я обещал провести вас по изготовлению этого изделия от корки до корки, чем мы и будем заниматься сегодня. Другое дело, что вы уже видите, что представлено это изделие в двух экземплярах. Первая отрисовка такого вида я занимался исключительно для вас. Клиенту был предложен более упрощенный вариант. Дело в том, что если клиент вдруг не готов платить за проект ювелирного изделия, отрисовка в таком виде украшения стоит уже на порядок подороже, мы предлагаем чуть более упрощенный вариант. Поэтому сейчас мы приступим к изготовлению, ну и как обычно в ходе рабочего процесса я буду делиться определенными своими ценными, как мне кажется, для ювелиров наблюдениями. Ну а просто зрителям, я думаю, что будет это интересно и увлекательно. Так, ну что мы имеем? 2-миллиметровый прокат. Для верхушки под бриллианты такого проката, естественно, очень много. Там толщины нам будет достаточно где-то 0,8. Ну, с запасиком, если мы возьмем миллиметр. А вот бантики мы как раз и будем их формообразовывать из вот такого толстенького куска металла. Мы не будем их формировать из тонких кусочков, складывать, да, перехлёстывать друг на друга, потому что это будет очень неточно. А точности можно добиться вот за счет формообразования из целого кусочка. А как мы это сделаем точно, я еще покажу. Ну вот вы видите, друзья, что мы наметили абрис ложемента, в который у нас усядется камень. Но держаться он будет не на самом металле верхушечки, а на крапанах, которые мы потом впаяем отдельно. Ювелиры, которые пытаются работать вот таким образом вручную, сначала выпиливают ложементик, а потом придают верхушечке форму. Что неправильно. Если вы придадите верхушке форму, то тот паз, который под камень мы выпилим, он совершенно точно раздастся в диаметре. И камень у нас сюда благополучно провалится. То есть, казалось бы, может быть, в этом страшного ничего нет, потому что камень у нас в любом случае будет держаться на крапанах. Но таким образом у нас появляются зазоры между наружным рисунком камня и абрисом самого ложемента, что выглядит очень небрежно и неаккуратно. Поэтому, чтобы этого не было, верхушечку нужно сначала поклянуть, а уже потом выпиливать по оформленной верхушке паз под камень.
точно под камень. Можно даже таким образом, чтобы он слегка зависал на краях вот этого пазика. И что еще хочу добавить. Верхушке придавать форму обязательно нужно. Если вы хотите, стремитесь создавать изделия, близкие к ювелирному искусству, объем вот такой верхушечки под бриллианты обязательно должен быть. Примерив изумруд, мы видим, кстати, я тут уже просверлил отверстие, насколько наружный абрис после пуклевки стал больше абриса самого камня. Вы уже могли обратить внимание, друзья, что окантовочку под бриллиант я делал таким образом, что сначала намечал, сверлил, оформлял гнезда, а уже потом подгонял наружную линию оправы. Делаю так не случайно, я не думаю, чтобы вы бы сильно ошиблись, если бы сделали наоборот. То есть сначала поймали ширину этой полосы под бриллианты, а потом уже расставили гнезда. Но так, такой подход, он более верный. И отдельное удовольствие ювелир получает не только от красивого результата, но и от красивого процесса. Я думаю, что мастера, которые работают давно, меня хорошо поймут. Но сейчас мы займемся крапанами. Подготовим пазики и впаяем эти 4 пенечка, которые будут держать камень по, хотел сказать, углам, но углы тут скошенные, но получится, пусть будет по углам. Так, верхушечка у нас уже готова полностью, и возвращаться мы к ней будем уже только при пайке и подрезке гнезд для закрепки. Что сейчас? Сейчас нам предстоит сделать нижний ярус оправы. Из эскиза видите, что он имеет такую чешеобразную, что за слово такое, есть оно или нет, сферическую форму, изюминка которой в том, что она переходит в геометрию верхушки. В принципе, это не так сложно сделать, сложность у нас заключается в самом ажуре. Я так смотрю на этот ажур, отрисован у нас только сбоку, но думаю, что по виду снизу он будет представлять из себя что-то перекликающееся с образом розы ветров. Так вот, сложность в том, что пилить эту розу нам придется по форме. То есть принцип формообразования тот же, что и у предыдущей детальки. Сначала на плоскости мы размечаем рисунок этого орнамента, потом пуклюем, придаем ему форму, а затем выпиливаем. Делать наоборот нельзя, потому что если мы сначала выпилим на плоскости рисунок, а потом пуклюнем, он у нас естественно исказится. Поэтому, только таким образом, друзья, погнали! We'll be right back.
Конечно, рисуночек этот выглядит сейчас очень приблизительно, схематично, но у нас сейчас есть главное, у нас есть направляющие оси, которые уже в объеме нам не позволят отойти от симметрии и пропорций. Но с толщиной и красотой этих лепесточков, я думаю, что мы еще поиграем, но уже в объеме. Ну что мы можем сказать по пайке? Пайка прошла отлично, ну где-то мы видим, что у нас припой получилось чуть больше, где-то чуть меньше, где-то он вообще не растекся. Но не забываем, что детали это очень мелко, мне вот эта вот сеточка ажурная, она была очень тонкая, и сжечь ее не составило бы труда, если бы не аккуратная, внимательная пайка. Поэтому пусть тут наплыло чуть больше, это все можно почистить, убрать, и главное, что мы ничего не сожгли. И все пропаяли при этом. Еще кому-то может показаться, что вот эти две детали, верхний ярус и нижний, стилистически не связаны с собой, друг с другом. Ну, где-то, может быть, я соглашусь, но не забываем, что это всего лишь отдельная деталь целой картины. Важно, как это будет восприниматься и смотреться в целом. А в целом, я думаю, будет смотреться замечательно. Ну и добавок ко всему, это было пожелание клиентки, чтобы изумруд смотрелся на просвет за счет ажурного оправы. Так, ну что, ребят, я немного шинку привел в порядок, чтобы она имела какой-то вид перед пайкой с кастиком. Вопрос в другом, нужно ли нам сейчас этим заниматься, паять каст и шинку. Дело в том, что я сейчас не совсем уверен, подойдет ли вот шинка такой классической обручальной прямоугольной формы, будет ли она согласована с самим кастом. Ну, на первый взгляд, страшно в этом ничего нет. И не забываем, что нам важно, как будут смотреться детали в связке между собой. Поэтому я бы пока не торопился. Кастик мы приклеим
и начнем изготовление бантиков. Да? И уже в связочке с бантиками мы будем видеть изделие, его образ в целом. И тогда будет очевидно, стоит припиливать шинку как-то фигурно перед пайкой с оправой или нет. Так, ну что, я думаю, что мы уже можем начинать работу над бантами из белого золота, прокат которого мы подготовили в самом начале нашей работы. Но пилить сразу золото мы, конечно, не будем. Мы пойдем чуть издалека, чтобы не ошибиться и не промахнуться с пропорцией бантов. Потому что эскиз есть эскиз, изделие в материале – это уже чуть другое. Плюс ко всему на виде сверху мы видим, что у нас идет сокращение этих бантиков. Поэтому, чтобы не пролететь, мы сейчас возьмем прокат, из которого сделаем точный шаблон бантов. Вот у меня тут готов прокат из серебра. Это, в принципе, может быть любой цветной металл, не обязательно серебряный. Тонкий, толщиной 0,35 мм. Вот. И из него мы сейчас найдем пропорцию. Самое главное – это пятно. Пятнышко, которое будет у нас лаконично вписываться в образ нашего изделия. Ну, естественно, когда у нас шаблон будет уже точно подготовлен, он нам не позволит пролететь с размерами уже бантиков самого белого золота, чтобы сделать их точно пропорциональными друг другу и зеркальными. Сразу мы делаем разметку под камни, чтобы понимать, какую ширину полосы оставлять при выпиловке. Понятно, что бантик плоским у нас не будет, мы ему сейчас дадим легкий погиб и посмотрим, как он у нас вписывается в композицию кольца. Что, на мой взгляд, как раз то, что нам нужно. Сейчас расправляем шаблон в плоскость, приклеиваем заготовки из белого золота и выпиливаем.
Так, ну ладно, пусть пока нагрубо, но я думаю, что общую массу бантов мы уже набрали. Сейчас мы их снимем и попробуем примерить кольцо, как они будут связаны с изделием. Невозможно, где-то их придется подточить не только снаружи, чем мы занимались сейчас, а еще с обратной стороны. Все-таки бантик есть бантик. И не забываем, что бант — это не просто нашлепок на шинку, это часть изделия. Поэтому, может быть, где-то в шинке, ну даже скорее всего, нам надо будет сделать врезку, чтобы изделие смотрелось более цельно. Каст. Ребят, у нас ажурный по сравнению с шинкой, он очень легкий, поэтому, когда мы будем прогревать целую массу изделия, мы его можем легко сжечь. Я это чувствовал даже, когда мы припаивали верхушку из белого золота, что низ очень уязвим. Поэтому я промазываю ажурную часть огнеупорной пастой, и прогрев будет осуществляться у нас в основном в самой шинке. Поэтому я установил ее вот так вот, как ногами. Thank you.
После того, как изделие отбелится, мы перейдем с вами уже к закрепке, предварительно разделав гнезда под камни, под бриллианты, ну, то есть фаденовая поверхность, которая осуществляется штихелем. Так вот, пожалуй, это единственное, что меня беспокоит, потому что банты, если вы могли заметить, имеют не совсем простую конфигурацию. И подлазить в эти плоскости штихелем может быть очень препятственно. И даже если эти сложности будут возникать, нам на помощь придут чечевичные или боры-линзочки, ну, в которые в крайнем случае подлезть нам всяко удастся. Ну а что касается изумрудов, я знаю, как трясутся перед изумрудами многие неопытные ювелиры. Так вот, на примере этого украшения вы убедитесь, что сложностей в закрепке изумрудов никаких нет. Но при условии грамотно выверенной толщины и высоты обжимного металла. Вот здесь нужно сфокусироваться.
Друзья, результат проделанной работы вы увидите сейчас во всей красе, а меня вы увидите уже в следующем видеосюжете, в котором, даю спойлер, мы займемся изготовлением мужского ювелирного изделия из воска. Так что, друзья, модельеры, до встречи в следующем сюжете. Ну и вся моя драгоценная аудитория. До встречи. Пока.